Добрый день! Сегодня воскресенье, 10 декабря. Приехали в институт за дочкой на берегу реки Великой. Вот она как замерзла. Речка наша большая. Тут институт. Медики наши там учатся. Сегодня туманная погода. Там Троицкий собор за мостом. И даже не видно его купола, кресты, ничего не видно. Все в тумане. Деревья в инее. Очень красивый Псков. Летом зеленый-зеленый. Парки, вообще город красивый. Молодежи много. Университет большой. Вот так. Там вдалеке Мирожский монастырь мужской. Такая аллея около речки. Слышите, снежок хрустит. Уточки ко мне подбежали, вот там промоина есть. У меня ничего с собой нет. Зайки, и голуби. Ой, какие красивые. Буду знать, что их можно здесь покормить. Какой селезень красивый. Да не один. Уточка, девочка. Ну, вот такое утиное царство у нас тут живет. На реке Великой. Зимой. Холодным летом. Вот что вокруг себя видела, крутилась и вам показала.